Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем с вами делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. И на очереди у нас матч Камерун против сборной Сербии. Ну что же, обязательно пишите в комментариях свои прогнозы на этот матч, будет очень интересно мне потом почитать. Разберем игру двух этих сборных в первом туре чемпионата мира. Камерун минимально проиграл сборной Швейцарии, как раз забил в этом матче Брил Эмбало, игрок, корнями который уходит именно в Камерун, но, если я не ошибаюсь, всю свою жизнь, вот там, так сказать, проводил в Швейцарии, поэтому и выбрал себе это гражданство и выступает теперь за сборную Швейцарии. Но вот мы видим, сборная Сербии выходит вперед. Милинкович Савич забивает, выводит сборную вперед. А по поводу сербов, ну, проиграли 2-0 бразильцам, одним из фаворитов данного мундиаля. А шикарный гол забил Ришарлисон, как по мне, ну, точно самый красивый гол первого тура. Ну а там, может быть, будет номинирован на, в принципе, самый лучший гол чемпионата мира. Так что братья наши сербы сейчас ведут в счете. Вот так вот еще увеличивают преимущество в концовке первого тайма, забив второй гол. Здесь уже капитан сборной Тадич забивает, увеличивает преимущество. Ну и Сербия забивает первые для себя мячи на чемпионат мира. Ну вот мы уходим на перерыв. При счете 2-0 Камерун в встрече со Швейцарией не забил. И вот сейчас с сербами тоже пока что не показывают себя в атаке. Но вот на 63-й минуте забивает Костич. Отличный момент. И сборная Сербии доводит счет до разгромного. 3-0. Комфортно себя чувствуют и дальше продолжают вести атаки, чтобы вот увеличить разницу мячей. Там это уже на всякий случай, так сказать, чтобы себя комфортно чувствовать в турнирной таблице, вот именно на групповой стадии. Но вот мы видим, что на 90 уже дополнительный токой комби забивает гол престижа, но в итоге все равно сборная Сербии одерживает победу со счетом 3-1. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы. С вами был Андрей и канал «Футбол – это жизнь». До встречи, друзья, всем до свидания.